что я хочу быть честным. Я вот этот ролик хотел бы начать вот с таких слов, потому что я хотел бы быть честным, особенно перед теми, кто смотрит данный видеопродакшн, потому что я человек, который проходит игры и тут же про них рассказывает. С первым Fallout'ом, о котором сегодня пойдет мой пламенный спич, не все так просто, как казалось бы. Да, старая игра, да, она никому не нужна, да, ее там как-то обрезали, перепатчить ее нужно, чтобы получить тот первый кайф, который вот там был в 97 году, и все в этом роде. Но в 97 году у меня не было первого Fallout'а. И как мне постичь этот дзен, о котором все трубят направо и налево, то, что это классика, это знать надо, да? Первый Fallout. Только через Steam и, да, через кусание локтей, там, не знаю, коленей проходить этот Fallout первый. Что я и сделал. Еще раз повторюсь, я хочу быть честным. Я прошел Fallout первый, и это такое удовольствие, которое я даже не знаю, как описать. Но все же, я постараюсь. Я постараюсь это сделать, потому что я это сделал, я это могу. И я запишу этот видеоролик про первый Fallout. Меня немножко штормит после него. Ничего страшного, ничего страшного. Как обычному обывателю, я не тот человек, который старается прыгать выше себя, да, какие-то рекорды ставить. Я тот человек, который любит видеоигры, запоминает эту историю, прочувствует весь этот геймплей и после этого рассказывает на видеокамеру о своих переживаниях по этому поводу. В данном видеоролике будут такие переживания, наверное, которые я никогда не испытывал. Да, это очень громко сказано, это прям, ух, как, блин, эмоционально, но все же я постараюсь себя сдержать. Не будет никакой истории о том, как этот Fallout создавался, почему там пустошь, почему эти пустыни, почему нам нужно этот гребаный водяной чип, который нафиг никому не нужен, найти. Ну и все в этом роде. Вся сюжетная линия. Можете, пожалуйста, у этих экспертов все узнать. Вот Википедия. Пожалуйста, открываем сайт и смотрим. И читаем. Первый Fallout нас встречает видеороликом о том, как все плохо. Ну и дальнейшая история не говорит о том, что все будет хорошо. Тут как бы сам решает человек, нужно ли это ему хорошо или нет. Но случилась проблема, да, небольшой ликбез в эту замечательнейшую историю, я не могу его обойти стороной. Поэтому вот этот ликбез я постараюсь сейчас вам донести. Нас отправляют в пустоши с заводяным чипом. Мы выходим из пещеры и встречаем первую деревню. Вот хорошо, вот я вот еще раз повторюсь, я вот этот обыватель, да, вот первый раз в Fallout. Вот, я прихожу в деревню, меня встречают, ох, крутой чувак, откуда ты, бла-бла-бла, вот эти разговоры. И вот как вот игра вот настраивает на вот этот лад Fallout, да, вот на эту постапокалиптику, как вот она настраивает? Первое, что тебе говорят, у нас тут рад-скорпионы. Не поможешь? Это что за хрень? Что такое эти рад-скорпионы? Хорошо, мы узнаем, нам рассказывают, что это рад-скорпионы. Блин, чувак, это рад-скорпионы. Ты должен нам помочь. Поможешь? У нас тут, ёбкараный бабай, рад-скорпионы. Поможешь? Ну, конечно, помогу. Я прихожу в эту пещеру, эту гребаную, где эти рад-скорпионы, блин, тут тварь эту вижу. Думаю, ну как с ней воевать? Ну что это такое? Это первое, это не то, что первая локация, это то, что мы впервые видим в этом Fallout'е. Хорошо, мы мочим раз скорпионов, нам флаг в руки, давай иди дальше. Иди дальше. Проходим дальше. Что мы видим дальше? Мы видим дальше какой-то городишко. Приходим в этот город. Я хочу, как бы, вот это видео я специально записываю, наверное, больше, чтобы я его пересматривал в будущем и вспоминал, как я этот Fallout проходил. Отличнейший пример Fallout. Вот он, как настроил на нужный лад, на прохождение, блин. У нас тут рад-скорпионы. Поможешь? Приходим в городишко. Идем, значит, идет какой-то человек. Человек идет, и он... Иди сюда, кое-что нужно тебе сказать, иди сюда. Ну, мы подходим, конечно. Начинается диалог. Я знаю, что ты ищешь. Ну, конечно, я ищу водяной чип. У вас есть водяной чип? Я знаю, где водяной чип. Оба. Нифига себе, мы прошли. Мы
прошли несколько городов, остановились в третьем каком-то или четвертом городе по счету. Прошло 2-3 часа игры, мы уже знаем, где водяной чип, мы знаем, мы идем к этой цели, наконец-таки. Я получу его, я заполучу его, я спасу всех и вся, я буду героем. И всего лишь это стоит 500 крышек. Дай мне 500 крышек, я тебе расскажу, где этот водяной чип. Хорошо, хорошо, дружище, держи, держи свои 500 крышек. Где водяной чип? В этом городе его нет. Да ёпту, блядь, ты что, издеваешься, что ли, в натуре, блин? А где он? Спроси у того торговца, он тебе расскажет, где водяные чипы, а я пошел. Все, на этом диалог заканчивается. Его, конечно, можно пристрелить этого типа, блин, грохнуть нафиг, к херам. Но тут же сагрятся охранники и начнут тебя молотить. Это как? Это вот как оно вот этому обывателю, обыкновенному, обычному, который только что слез с Far Cry 3 и с Crysis 2, начинать играть в Fallout? Я не шучу, я после прохождения думаю, дай-ка я посмотрю не просто прохождение, тавтология получается, но все же, прохождение, а то, как люди играют, может быть, есть какой-то гайд о том, и правда, я нашел, я дам небольшие картиночки, о том, как начать играть в Fallout, как нужно эту игру понимать, как стоит в нее играть, как нужно сначала, это еще отдельная тема, перки эти своему главному герою раздать, чтобы вы комфортно играли. Да ё-моё, ну я понимаю, 97-й год. Игры тогда затягивались не просто, чтобы затягивались не в том смысле, как гайки, а растягивались, чтобы их в них дольше играли. Не такое было обилие видеоигр, чтобы... Вот мы прошли Fallout, да, первый за сколько там, 20, там, 15 часов, вот мы дальше начали играть. Нет, вышел Fallout и все. И нужно... было понимать, как в него играть. Это самое главное. Насчет того, то, что как нужно вкачивать. Я более начал усердно играть. Я понимал, я каждый диалог читаю, там все такое, вникаюсь в эти пустоши, постапокалипсисы. Ничего в этом плохого не вижу пока. Пока я не отправился в следующий бункер, влез туда, ничего не нашел, вылез, шел до деревни, чтобы рассказать, что там ничего нет. И меня встретили богомолы сраные. А что сделали богомолы со мной? Прикончили. 45 часов геймплея, и меня прикончили богомолы. Я просто шел по пустоши, никого не трогал. Меня встретили гребаные богомолы. Не рад скорпиона, а богомолы. Кокнули меня, все. 45 часов коту под хвост. Да, я могу загрузиться. Я загружаюсь. Вылазю, меня опять встречают эти богомолы, меня опять убивают, хорошо, я опять загружаюсь. Ну нужно же как-то пройти эту пустошь. Иду, значит, зигзагами, как дебил, блин, меня встречают какие-то еще дебилы. Бам, нафиг. Нет меня, 45 часов. Что я делаю после этих 45 часов? Я заново начинаю Fallout 1. Потому что у меня выбора нет. Я хочу это закончить, я хочу это пройти. Я хочу понять, почему это любят. 500 крышек, мать их. И это затягивает. Я не ожидал такого эффекта, то что после 45 часов, после того, когда меня богомолы послали к там какой-то матери, я опять загружаюсь, и мне все нравится. И мне нравится, потому что я уже знаю, что ага, вот там будет что дальше. Я понимаю, что нужно туда пойти. Я знаю, что сейчас я заложу здесь бомбу. Она взорвется, там какие-то скалы упадут или что-то в этом роде. Я не хочу пересказывать, конечно. Я все, я вошел в кураж, и мне понравилось. И когти смерти мне уже не страшны, потому что им нужно стрелять в глаза. И все у вас будет хорошо. Все будет хорошо. Отличнейшая игра, я не говорю, что плохая, но там какой-то год до миллениума, он великолепен. Вот эта вот вся ретро-стилистика, да, ретро-футуризм, все эти переговоры, все эти банальные рассказы о том, какая пустошь плохая и что нужно здесь делать, ты уже забываешь о том, как там и что нужно было этот достать чипа. Оно вообще даже не интересует тебя. Ты так входишь в этот вклин, входишь в этот вкус, я не знаю, как еще донести, дать понять, что тебе это все нравится. И ты от этой пустоши никуда не денешься. И уже не важно, что ты там принесешь в свой первый бункер, да, в свой дом. И как это дальше разовьется, и как это дальше будет показано. Тебе уже пофиг.
Ты уже свою историю пишешь. Тебе не важно, что и как тебя попросили. И все вот эти всякие квесты о том, что нужно там, вот мы здесь живем в деревне Мирно, и у нас тут есть босс-главарь какой-то там в казино засел, и с ним нужно поговорить и так далее. Это уже не важно. Мы уже пишем свою историю. И в этом Fallout 1, я считаю, великолепной игрой. Это здорово. Вот это нельзя назвать это чувством. Это познание вот этих вот пустошей, вот этой игры небольшой. Он даже гигабайт не весит. Тогда на диск бы не влезло, наверное, на двух дисках бы влезло, я не знаю. Не суть важна. То познание, вот это познание, оно дает великолепнейший опыт, я считаю. Я не говорю, что каждому нужно проходить Fallout 1. Но можно ознакомиться, почему бы и нет. Встретиться с богомолами, отдать 500 крышек просто так. За ничего. Все хотят тебя обокрасть, все хотят тебя обмануть. Никому нельзя верить, только полагаться на себя. Отличнейшая игра, которая дает такой опыт, несравнимый ни с чем. Я считаю, это здорово. Я ненавижу эту игру, честно, но она крутая, она крутая. Еще мне такого опыта игра не давала. Да, я понимаю, что я очень эмоционально иногда высказываюсь по всяким другим видеоиграм, но на данный момент Fallout 1, который я прошел с удовольствием, он заставил меня вот это вот чувство познания, если можно это так объяснить, рассказать, оно мне прям вот, ну, как в сердце запало, я... Теперь знаю, что такое Fallout 1. Я думаю, больше рассказывать не о чем. Каждый должен попробовать Fallout. Познание гарантировано. Ну а тут вещал Гидроквакво. Нет плохих игр. Есть плохие отзывы.